Колоссальный по объемам комплекс включает в себя теле- и пресс-центры, антенное поле, зоны питания и парковки, а также трехзвездочную гостиницу на 600 мест. Медиацентр, где будут работать вездесущие журналисты со всего света, возвели с учетом шаговой доступности до всех олимпийских арен и близости к железнодорожной станции. Мы, как заказчики, работу свою выполнили на 99%. Нам осталось застелить частично ковролин. И вся зона передается оргкомитет. Оргкомитет заводит своих подрядчиков и нарезает данную зону, порядка 7 тысяч квадратных метров, на небольшие офисы вида open space. Это здание можно назвать зданием 21 века, потому что здесь применены самые современные технологии строительства, как конструктивные, так и системы электронного управления зданием, энергоснабжающие и энергосберегающие технологии. Помещения для работы будут отвечать техническим требованиям звукозаписывающих студий. Медиацентр откроет двери для журналистов за месяц до начала зимних игр в Сочи. Он будет работать в круглосуточном режиме. При этом зоны для телевизионщиков и пишущих журналистов будут отдельными. После олимпийских и паралимпийских состязаний здание перепрофилируют в крупнейший на Черноморском побережье торгово-развлекательный комплекс.